Извиняюсь за качество записи. 4 часа утра. Вот как бы туман, небольшая облачность, тучи. Ну, хорошо телефон снимает. И панельки. Панельки. Там, надеюсь, что-нибудь видно. Я охожу показать. Вот они. Затемнены вталово. Даже конденсат где-то лежит. Смотрите, как от дерева отпотевает. Прикольно, даже не видел, что такое есть. Будете знать слабые места. И что я хочу сказать. Напряжение есть. Вот на этих поликристаллов нету. Кстати, ветряк снятый. Запомните, это видео свежее, чем те, которые были. И пойдемте посмотрим, что показывают в 4 утра. Для начала давайте посмотрим погоду. Так, восход в 4:56 сегодня. Уже 4:14. Проверяем время. Новосибирск. Изменить параметры. 4:14. А теперь пойдемте посмотрим на панельки, что они у нас дают. Ну, обратил внимание, короче, что на панельках, на контроллере, вернее, Синбоу замигал индикатор заряда. Думаю, да ну нафиг, еще темно. Такой нажимаю. И в шоке. О, уже 15,5, было 12. Тока нет. Ток надо смотреть приборами. К сожалению, батарейка сдохла. Но было 12, уже 15,5. О, 15,8. Прям так. 15,8. То есть прям на глазах растет. Батареи разряжены. С одной батарейкой беда, водичка кончилась, надо лезть уже заливать воду. Как тебе тут? О, уже 16 вольт. Вот смотрите, да? А вообще здесь напряжение 120 вольт. Ну, об этом я сниму в следующий раз видео. Сейчас я возьму тестер, наверное, померяем напряжение. Там 100 вольт на солнечных поликристалл. Вообще 100 вольт собрано на панели, по 4 последовательно. Посмотрим, какое там напряжение. Сейчас быстренько. Так, главное, чтобы не упало. Неохота мне потом видео редактировать. Итак, подключаем щупы ко входу. А здесь у нас 3 вольта. Тоже под контроллером. Теперь давайте приборчик подключим вот сюда. На вход. Здесь уже 17,1. Так. Ой, что-то промазало. Вот. 16,7. Смотрите, повышается. Я вот сюда вот подключил. Немножко промазал. А так, смотрите, у нас 6. 16,8, 16,9. То есть прет. Так, поближе как-нибудь. Тяжело держать мне тяжелый телефон. Ну-ка, если сейчас отпущу тестер. Хоп. Видите, тестер жрет. Ходу там миллиампера вообще. То есть, ну, факт остается фактом. Да, по эффективности получается микроморфный кремний, все забываю, как это правильно звучит, более эффективный, чем поликристалл. То есть, если кому интересно, вот такая вот информация у меня. Конечно же, про это, как всегда, еще никто не снимал, не рассказывает, а это очень важные параметры.
Вот контроллер от ветряка сюда пристроил. Вот такое вот маленькое видео. На этом все. Я прощаюсь с вами. Всем удачи. Всем пока. Следите за продолжением.